Евочка уже позанималась спортом. Теперь малышка читает. А мамуля продолжает заниматься физкультурой. Всем привет! Мы с Евусиком пошли прогуляться. Сегодня великолепная погода, очень тепло. Позанимались спортом, как всегда. Вот. И теперь вот развлекаемся. Евка? Эй, ку-ку! Евка говорит, что сегодня уже проснулись пчелы, что цветы уже цветут и шмели тоже. Ну а завтра, говорят, будет похолодание. Так что сегодня успейте прогуляться. Главное, подальше от народа. Сами по себе тихонечко в лесочке или во дворе у себя. Итак, Либо, ну так как твое настроение сегодня? Идеально. Почему? Потому что мама рядом. Так, мама на гастроли не ездит? Уже 3 недели сидит дома с вами, да? Да. Зато дети счастливы. Да? Скажи, что мама оборудовала мини-студию в коморке, да, у себя? В сарайчике. Да. Теперь будет там записывать звук. Записывать песенки, да. Да. Вокруг пока поставила матрасы, чтобы они звук, да, приглушали. Конечно, вид это все имеет странный очень. Покажу вам чуть попозже. Но что делать? Видите, нужно справляться в реалиях, которые есть сегодня и сейчас, и научиться в них жить и выживать. Ты думаешь, это хорошая идея? Ты думаешь, это классная идея лазить по деревьям? Вот тебе лафа, мама все разрешает, да? Вот бы мне так в детстве. Давай. Ку-ку. Не купишь 11-й айфон, а то мне как-то завидно. И спортом занимаешься, и 11-й айфон имеешь. А я спортом занимаюсь, а 11-го айфона нету. Можно сказать, даже уже 9 в апреле. Просто сидеть телефон, зайка, это все намного хуже, чем книжечки. Поэтому лучше читать. Орешек. Так, а ну прекрати. А ну прекрати. Тигр в разрезе. Телечка, как тигр делает? Передняя часть находится как зеркало. Что это? Обезьянка. Разбитое зеркало. Обезьянка. Как мне показалось, будто у меня какое-то странное выражение лица, и будто я... Тебя на голове. Теперь такие прически не в моде. Я тебя причешу. Товарищ буфетчица, что вы делаете? Причетку. Я у папы дурачок. Красиво плывут. Кто? Вон та группа в полосатых купальниках. Mm-hmm.